Здравствуйте, это программа «Вечер на седьмом», и в студии для вас работает Татьяна Милимко. А поговорим мы сегодня о жилищном комплексе «Адмирал» с его инвесторами и людьми, которых уже назвали детьми «Адмирала». Сейчас мы узнаем, почему. Готова представить вам Снежана Буксеева, председатель кооператива ЖК «Адмирал», Николай Колодяжный, инвестор, Валерия Капустина, член комитета кредиторов, и Калинюк Олег, юрист. Здравствуйте. Вы так засмеялись, когда я сказала «дети адмирала». Ну, так и есть. Вас заочно уже так и называют. Я попрошу вас вкратце для телезрителей объяснить, почему. Значит, строительство ЖК «Адмирал» начато в конце 2005 года и длится до сих пор. 8 лет обещаний и обмана со стороны Гурина. К этому времени продано 11 тысяч квадратных метров площадей, за что получено 10-11 миллионов долларов Соединенных Штатов Америки. Плюс еще занято у Укрсибанка 1 миллион долларов. При кашторисе, то есть смете, в 54,5 миллиона гривен этих денег было бы достаточно для достройки дома. Но Гурин пошел другим путем. Он организовал фиктивное банкротство в конце 2009 года. При этом он не предупредил пайщиков о том, что он объявляет банкротство. Почему фиктивное? Потому что для достройки дома, я говорила, было достаточно денег. Но для того, чтобы подкрепить свои, так сказать, выводы о том, что фиктивное банкротство на самом деле правильно, он поручил сделать анализ щодо выявления ознак несплатоспроможності предприемства та ознак дій з приховання банкротства, фиктивного банкротства чи доведення до банкротства. Валерія, смотрите, я понимаю, что вы волнуетесь. Скажите, сколько лет длится эта история? Это длится история с 2006 года по сей день. Так вот, этому Вудуту, директору филиала по банкротству, он дал неверные данные исходные. Он сказал, что мы получили на строительство израсходовано 26,6 миллиона гривен, при том, что он получил только от пайщиков больше 54 миллионов гривен. В дальнейшем во всех документах фальсификация та же самая. Он во всех своих последующих документах пишет везде одну и ту же сумму в 26,6 миллионов гривен, как будто бы получил от нас. В то же время у него есть документы, которые противоречат один другому. Так, в 2008 году в информационной справке он пишет, что от пайщиков получено 37,5 миллионов гривен. В то же время, как пояснивание по справе, пояснительная записка, он пишет, что от пайщиков только всего он получил 18,5 миллионов гривен, то есть уже в 2,5 раза разница у них в этих цифрах. У нас 75 человек или 76 кредиторов. У нас есть реестр кредиторов, и по этому реестру кредиторов только вот эти 75 человек сдали 20,6 миллионов гривен. В то время как нас всего 215 пайщиков. Значит, получается, что 76 человек сдали на 2 миллиона гривен больше, чем записано в пояснительной записке, 18 с лишним миллионов гривен. То есть обманутыми остались 200? То есть обман, один обман на другой накладывается. И во всех была визерная проверка Державной податковой администрации. И в ней он бухгалтерские данные дал те же 26,6 миллиона. Причем эти 26,6, кроме того, что мы пайщики сдали, как он говорит, 18,5 миллионов, это еще туда причитывается миллион Укрсибанка. И, в общем, эта плановая проверка визерная дала такие результаты, основываясь на данных Гурина, дала такие результаты, что все там было правильно. Вложили и Гурин деньги в 2005 году, когда началось строительство, обещали сдать дом в 2008. Так?
Уже обещали во втором квартале в конце 2007 или начале 2008 года. Я покупала квартиру в начале 2007 года, мне сказали, что в конце квартира будет готова. За это время все вкладчики стали немножко юристами, немножко общественниками, потому что, естественно, мы понимаем, что люди хотят получить свое жилье, в которое они вложили деньги. Также был создан кооператив. Расскажите о кооперативе. Был создан кооператив на очередном из наших собраний. Мы собираемся раз в неделю минимум всеми пайщиками. Было решено создать кооператив для того, чтобы мы имели возможность защитить права пайщиков. Под кооператив, то есть мы его уже создали, у нас уже официальная организация, мы также обратились в Раду громадской безопеки за помощью. Будем надеяться, что... Все дошло до того, что вы начали даже перекрывать дороги для того, чтобы привлечь к себе внимание. У нас есть небольшой сюжетик с места события, и мы давайте его сейчас посмотрим, после чего вернемся в студию и продолжим общаться с вами. Вкладчики жилого комплекса «Адмирал» провели предупредительную акцию, перекрыли дорогу. По их словам, застройщик 10 лет обманывает как их, так и руководство области. Было продано 213 квартир. Собрано было денег 11 миллионов долларов. В 2008 году был заключен договор ипотеки с Укрсибанком на сумму 860 тысяч долларов. После чего Виктор Григорьевич объявил банкротство. То есть, по сути, банкротство – это фиктивное и незаконное. Семьям, которые уже давно выплатили полную стоимость своих квартир, до сих пор не предоставили документы и обещают все новые и новые сроки завершения строительства. Осталось за бортом 137 человек на сумму 4 миллиона долларов. То есть Виктор Григорьевич Гурин, по сути, в 2008 году в осенью заработал 4 миллиона долларов в один прекрасный день. Возмущенные вкладчики создали свой кооператив и требуют от правоохранительных органов вмешаться в ситуацию, а заодно и предоставить им законную возможность зарегистрировать свои квадратные метры в недостроенном здании. Хорошо, но вот вы перекрываете дорогу, вы пытаетесь привлечь внимание, вы проводите предупредительные акции. О чем вы предупреждаете? Это раз. И второе, удается ли вам добиться того, чего вы хотите? Перекрыли мы дорогу в связи с чем? Мы 27 апреля обратились уже от лица кооператива. В кооператив, кстати, вошло 109 человек. Мы обратились от лица кооператива к Виктору Григорьевичу с требованием, собственно, объяснить ситуацию, признать наши договора действительными, дать возможность зарегистрировать право собственности, признать договор ипотеки незаконным. То есть, там было 6 пунктов по требованиям. В итоге мы получили ответ от Виктора Григорьевича 4 числа, он вовремя нам ответил, о том, что он действует в рамках закона, и, собственно, наши требования незаконны, поэтому у него все хорошо. Как такое может быть? Вам, наверное, как юристу здесь интереснее всего. Да, ситуация достаточно интересная, скажем так, к сожалению, типичная для нашей страны. Могу привести небольшую статистику, что с 2005 по 2010 год по Украине более 30 тысяч лиц стали жертвами, к сожалению, недобросовестных застройщиков, и общий ущерб оценивается примерно 3,5 миллиарда гривен по ценам 2005-2008 года. Это огромные деньги. И когда пайщики обратились ко мне как к юристу и к другим юристам нашего города и области, мы стали разбираться в этой ситуации и поняли, что проблема выходит далеко за рамки этого жилого комплекса. Проблема требует немедленного вмешательства и правоохранительной системы, и судебной системы, и органов государственной власти, потому что общее движение нашей экономики в защиту инвестора должно в любом случае защищать внутреннего инвестора. А вот этими словами «пайщики», «вкладчики» на самом деле прикрывается, на наш взгляд, обычная суть. Люди являются внутренними национальными инвесторами в экономику Украины. Они полностью выполнили свои обязательства. И в любом случае наше законодательство должно их защищать. К сожалению, так складывается ситуация, что вот то, что приводили
премьер и руководитель кооператива, и другие присутствующие здесь, что есть механизмы некие юридические, например, за спиной пайщиков передать это имущество в залог, в ипотеку банку, или объявить банкротство и так далее. И этими методами пытаются таким образом каким-то, скажем, лишить людей тех инвестиций, тех законных прав, которыми они по определению должны обладать. Мое личное мнение, что это недопустимо. Здесь должно быть жесткое вмешательство и органов государственной власти, и правоохранительной системы, и, конечно, юридической. Права людей однозначно должны быть защищены. И в данном конкретном случае, я выражу, наверное, общее мнение тех юристов, которые занимались этим вопросом, конечно, лучше решить это конструктивно, чтобы в ближайшие, буквально уже, наверное, даже не недели, не месяцы, а дни, застройщик услышал наконец-то этих людей, которые вложили, насколько я понял, из того, что были приведены здесь данные, больше 10 миллионов долларов. Это огромные деньги конкретно в этот объект. И с учетом их законных прав и интересов садился за стол переговоров и вместе с юристами, наверное, создавали какую-то правильную систему выхода из этой ситуации. Честно, у меня в голове просто не укладывается, как такое может быть, если выплатили деньги, если есть документы, почему не происходит, собственно, это заселение и сдача самого дома? Почему этого не происходит? Можно я попробую? У меня действительно как-то не укладывается. Неужели за 10 лет никто не пошел вам навстречу? Никто вам не помог? Да, пожалуйста. Мое мнение таково, я много времени уделил этой проблеме. Я неоднократно обращался, начиная с 2011 года, в прокуратуру. Писал одно за другим обращение. И в итоге приходили проверки. Да, приходит проверка. Господин Гурин, ну-ка давайте проверять. Вот вам цифры такие, вот запишите, да. А где ж первичная? Что это за проверка? Кого проверяют? Кто проверяет? На честное слово, мошенника проверяют, да? Очень прекрасно. Вот эти люди, которые делали проверку, я не знаю, зачем они нужны вообще государству такие проверки? Кому они нужны? Это что? Пришли в зеленых очках или что-то, зелень какую-то видеть? Я не знаю, это же вообще абсурд. Дошло до того даже, что я добился, что все-таки открыли досудебное уголовное расследование. Мы привезли с Валерией Васильевной пачку выкладок всех документов, где обличали мы Гурина, что он мошенник. Я не знаю, как там юридически будет правильно назвать, но мы понимаем, у нас свое определение его личности. Мошенник, вор, врун. Я не знаю, какой еще можно сюда эпитет добавить. Так вот, следователь Овидиопольского района, Капица Алиса, мы с ней встречались, предложили, нужна будет помощь в информации, пожалуйста, мы здесь и поможем во всем. В итоге получается так, что дело закрыли в декабре 2014 года, мы ждем, но перед этим она ответила мне, что на мой вопрос, есть ли срок рассмотрения, нет, срока нет. Тут Гурин что-то строит, собирается, обещают. Приехали в Овидиополе, говорят, так дело уже закрыто. В мае месяце мы приехали, по почте я ничего не получил. Это что, какая-то слаженная система вот этих махинаторов? Эта власть безответственно относится к исполнению своих обязанностей. Куда смотрит прокуратура, куда смотрит милиция? Так как? Я не знаю, вот так вот, это бездействие власти. За 10 лет. Это преступление власти перед своим народом. Они не понимают своей ответственности. Одна власть ушла, другая пришла. Ну что? Ну хорошо, власть это понятие такое очень обширное. Система осталась. Вот этих вот этих дельцов система осталась. Вы понимаете, в чем дело? Что вы намерены предпринимать дальше? Я сегодня ездила в Овидиополе, ездила в Таировский сельский совет. Я уведомила властей о том, что у нас будет мирная акция 12 числа, 12 мая в 10:00 по адресу на Таирова, напротив, то есть на том же месте. Будем выходить, перекрывать дорогу. У нас выхода другого нет. Мы обратились в Раду громадской безпеки, мы обратились к юристам. То есть у нас есть команда, которая нас будет защищать. И мы будем продолжать требовать у Виктора Григорьевича сесть за стол переговоров и в итоге, наконец-то, спустя 10 лет решить этот вопрос.
потому что 200 семей живут на съемных квартирах по воле Гурина. 200 семей, умноженное как минимум на 3 человека в семье, это порядка 700 человек. Это настолько глобальная проблема. Мы за последние 8 лет, от момента, того момента, как остановилось строительство, обращались во все органы власти. У нас есть более 50 обращений, которые остались, к сожалению, без ответа. Спасибо огромное, что вы пришли к нам. Я напоминаю, у нас в гостях инвесторы жилищного комплекса ЖК «Адмирал». Снежана Буксеева, председатель кооператива «Адмирала», Николай Колодяжный, инвестор, Валерия Капустина, член комитета кредиторов, и Калинюк Олег, юрист. Спасибо. Будем надеяться, конечно, спасибо, что все-таки вопрос что решится в вашу пользу и вас услышит. Спасибо. Ну а мы, тем не менее, будем писать в прокуратуру, заявление в прокуратуру, раз. Мы будем действовать потом, в юридическом поле. Потом договор ипотеки признать недействительным, да, два. Теперь договор банкротства признать фиктивным, три. И еще план санации тоже признать незаконным, потому что для разработки плана санации он дал те же 26,6 миллионов этих гривен, в то время как было у него 11 миллионов долларов, это 55 тысяч гривен, 55 миллионов гривен. Еще один момент. Вот я обращаюсь, можно, там работает эфир? Работает. Обращаюсь к судейскому корпусу. Будьте добры, смотрите и слушайте вы, кто присутствует в зале. Валерия Васильевна объясняла, что не может быть он как? Руководитель санации. Руководитель санации, Боржник, ответственный. И все в одном лице. Нельзя его санатором назначать. Судья это не слышит. Почему? Это у нас кто там этот самый? Значит, судья. Зеленов. Зеленов. Судья Зеленов признал, да, Гурина руководителем санации, приняв тем самым неправосудное решение. Почему? Потому что Боржник и руководитель санации должны быть люди независимые. Значит, руководитель санации должен быть независимым от Боржника и от кредиторов. А он сам является и Боржником, и сам является и руководителем санации, и сам является владельцем этого участка, и сам является працевником, этой самой руководитель, как его, директором. В единственном числе. Четыре, это самое. Ну как может быть независимым руководитель санации, то есть руководитель Боржник, он же и руководитель санации, быть независимым от Боржника, от самого себя? Валерий как это может можно быть? Можно я такой? Еще одну минуточку? Когда мы начали вот это движение интенсивное, некоторые наши инвесторы сочувствуют Гурину. Ну вот, ну, вы понимаете, это же сколько для него проблем. И я спрашиваю, я говорю, а подождите, а ему не жалко было вот этих детей, инвалидов у нас есть? А ему не жалко, вот я говорю, вот сколько детей у нас ждет жилье? Ему не жалко было? А ему не жалко тех людей, которые ушли вообще с жизни уже? Ему не жалко. Ему деньги нужны. Я вас услышала, спасибо, и я надеюсь, что те, кому эти слова адресованы, тоже услышали вас. Спасибо. Я напоминаю, это программа «Вечер на седьмом». Провела его с вами Татьяна Милимко. Всего вам доброго.